Кино уехало, декорации остались. Накануне прошел пресс-тур по площадкам фильма «Табул». Журналисты побывали в Нижнем городе, где снимали массовые сцены с участием 300 табуляков и актеров Дмитрия Назарова, Павла Табакова и Агаты Прилучной. Сейчас, к сожалению, съемочный процесс приостановлен. Почему, знает Елена Литвиненко. Тобольск – подгорная часть. Уникальный культурологический объект. Аналогов нет нигде. Строили город с декабря и будут продолжать до конца съемок. Правда, перерыв в месяц необходим для работы в Москве. В том числе и для монтажа официального трейлера. В мае мы сейчас идем, мы должны хотим снять, если все получится по актерской занятости, 7 дворцовых сцен в Москве, которые у нас стоят в плане в июле. Ну, мы сейчас их переместим, на июль – Тобольск. Планы утверждены, здесь все ясно. Но есть и интрига. Сериалы «Полный метр» будут отличаться. И уже сейчас, перед отъездом съемочной в Москву, можно раскрывать секреты. Достаточно масштабно, ну не достаточно, вот очень масштабно. И количество лошадей, и массовки, и костюмов, и декораций. Ну это, я не знаю, видите и в интернете. А возрастной рейтинг какой будет у фильма? Ну, сейчас говорят 0+. Вот, ну я думаю, что будет. Эротические сцены. Это мы для себя снимаем, вырежем, не переживайте. Так, артистку раздели и потом дальше говорят, не волнуйся, никто не увидит. В Тобольске без киношной суеты становится пусто, но сами табуляки не унывают. Мы работаем в музее, нам некогда грустить. Но факт такой интересный, конечно, что фильм снимают. Я отношения к этому никого не имею. Прекрасно, все нравится. Ну, народу много было, когда снимали тут, получается. Ну, не грустно, ну, нам-то надо работать. Но торговля шла лучше. Нет. Декорации остались, а вот реквизит уже увезли. Площадь у Тобольского Кремля не так многолюдна, как была еще совсем недавно. Нет ни работников съемочной группы, ни больших съемочных трейлеров. Правда, кино уехало, но обещало вернуться. В начале июня съемки фильма «Тобол» обязательно продолжатся здесь, в Тобольске. Елена Литвиненко, Сергей Кондаков, телеканал «Тюменское время».